Всем привет. Здоровается тоже. Егор, поздоровайся. В общем, нам нужно сегодня сделать УЗИ детям. Мы уже не в целях экономии. Мы уже в целях безопасности. Все-таки шли опять этим же путем. Вот здесь вот. Мы обратно пойдем, поснимаем, если ветер позволит. Вот. И, в общем, мы пришли немножко раньше еще. Наверное, мы погуляем на улице, в больницу пока не пойдем. Ну, что делать? Вот у нас УЗИ за месяц очередь. Если мы ее пропустим, то следующий нам сделают неизвестно когда и сделают ли вообще. Ветер сильный. Да, Снежка? Ну, ты ходила такой дорогой? Или первый раз идешь? Нет. Ходила? Второй? Второй. И ты второй? Нет, я третий. Третий? Пока время есть, мы сделаем обзор детской площадки в больнице. В общем, вот так она выглядит. Все сделано своими руками, своими силами. Кто-то энтузиаст делал, но со временем, конечно, это все портится. Столбики такие сделаны. В общем, вот так. Вот и хорошо, что мы перешли. Мы через пути там шли. Егор, Егор, держи свои эмоции. Ух, мы успели. Мы успели, да. Но они тут очень редко ходят. Вот такой паровозик здесь сделал. Оно от старости же. Отломалось от старости. Тут, кстати, вон даже грибы выросли. На дереве вот оно. А вот. Но это не те грибы, которые можно кушать, Егор. Их руками тоже трогать не надо. Клумбочка, ну ее надо засаживать, клумбочку. Песочница вот такая. Такой чудик. Что показать? Российский флаг. Пожалуйста, вам. Надо покуцанный немножко, но ничего. И вот такие вот, не знаю, короче, миски покрашенные, прибитые на гвоздочки. Полазить тут нельзя. Егор, не надо тут лазить. Пойдемте. Так вот, двор у больницы очень чистый, аккуратно все сделано. И ремонт у нас сделан в больнице тоже. Крышу перекрыли. То есть все равно что-то еще делается. А вон там лебеди. Лебеди тоже, да, сделаны из покрышек. Нос! Нос отвалился у буратинки. Все, пойдемте, ладно. Егор, как обещала. Егор, все, мама, ты же хотела поснимать нас. Ну что, проверили вас? Ага. Развлекли немного, да? Снеж, нравится в больницу ходить? Ага. Мы заодно вот так домик покажем. Такой домик чтобы, интересный. Чтобы погулять. Он деревянный. Но это современная постройка. Что? Такой обзор. Угу. Почтовый ящик такой интересный. Я таких... больше нигде не видела, только на этом доме. А? Что? Мы когда в прошлый раз снимали ролик, вот ну, там немножечко нашего города показывали. А мне Оксана написала, что у вас деревянные дома. У нас очень много деревянных домов и в частном секторе, и в центре города есть. Вот, и люди, кто в них живут, они не считают, что они живут в плохом доме. Вообще деревянный дом это неплохо. Единственное, что за ним следить очень сложно. Нужно постоянно обрабатывать, чтобы не было жучков, чтобы дом не подъедали. А так, смотрите, у нас даже их отстраивают. Под хорошую дорогую крышу поставят. Такие ветряки самодельные.
идите вперед, Егор, а то я сейчас запну за тебя. Облаяли нас немножко, хозяева, сторожа, вернее. Ну и хозяева тоже. Собачки же они хозяева дома, считают себя такими. Собачка, она по своим делам бежит. Ну, тут уже не знаю, тут уже не очень интересно, наверное. Здесь дом тоже деревянный, просто его сайдингом обшили. Егор, осторожней, смотри, тут стекло битое, порежешь сапоги. Под ногами встречается. Да? У нас в рентгеновском кабинете народ. Очень много детей направляют с подозрениями на пневмонию. Но это было еще и в феврале тоже. Мы ходили на УЗИ, по-моему. Или куда мы ходили, Егор? А, на энцефалограмму мы ходили в эту же больницу. Там также вот рентгеновский кабинет, он рядом. Была очередь, детей проверяли. То есть еще тогда вот эта пневмония была. Здесь, вот, смотрите, кирпичный домик отстроили. Мы тут смотрели обзор домов в Краснодарском крае. Ну, есть, конечно, дома такие, что видно, что люди из самых дешевых материалов делают даже внутри ремонт, там, где они кушают, спят, отдыхают. Они все обшивают пластиком, делают все такое, знаете, вот, ну, какое-то недышащее, не знаю. У нас к пластику очень предвзятое отношение. Мы стараемся ничего пластикового не делать. Даже вот мы почти разругались, когда делали ремонт. Я была против плинтусов пластиковых. Мне Сережа говорит, ну давай, говорит, деревянный поставим, как оно будет смотреться. Я говорю, подожди, ты к этому все равно придешь, что плинтуса поставить деревянные. Вот. Что еще нам показать? Здесь вот у нас сады коллективные. Вот. Так. Ну, часть из них, конечно, заброшенные, но люди возвращаются к земле. Очень много восстанавливают садов, потому что реально боятся, что кушать будет не на что. Не то чтобы нечего, а не на что. Чего, Жан? Катались вы здесь? Да где тут кататься-то? Вы не здесь, вы там на нашей улице катались. Здесь одни деревья, где тут кататься? Да нет, это на поляне. Мы катались. А, тут немножечко видно. Чуть во враг не упали. Ага. Какие вы. Сейчас Василиса вся в обидах. Ее не взяли с собой. Я говорю, Вась, ну это не то чтобы прогулка. Ну вот они у меня так, да. Вася у них научилась. Стоит кого-то одного с собой не взять, и все. Обиды у нас. А что зато? Ей бы тоже хотелось погулять, Егор. Ну да. Ну да. Прямо сейчас можно погулять. Ага, вас выпустили. Так вы вон все перемазались. Ну, сегодня вроде сухо. Но опять же гулять. Вот куда их? На детскую площадку везти? Надо с ними там быть. А мне сейчас надо по-быстренькому сготовить первое, потому что все дома. Ну, Сергей просто сегодня на работу уехал. А все остальные дома. Кушать все хотят. У всех аппетит хороший. Поэтому нужно сготовить. И плюс у нас начинается так называемое дистанционное обучение. Как я уже говорила, что это все курочек хорошо. Курочки гуляют. Все на плечи родителей ложится. Егор, смотри, коряга, Егор. Вот идет, вообще не смотрит куда. Запнешься, нос разобьешь. Ой, все. Увидел курицу петуха. А, и вон он, петух-то, да. Пойдем, напугаешь сейчас их. Ой, сама-то иду, не смотрю куда.
Так, вот, Егор, смотри, уже подраспустилась всю грязь. Давай, иди, где сухо. Мам. Иди сюда. Все, надо выключать. Сейчас за руку его возьму.